Десятки жителей столицы откликнулись на призыв благотворительного фонда «Подари жизни» и пришли, чтобы сдать кровь для детей, которые проходят лечение онкологических заболеваний в центре имени Димы Рогачева. Переливания таким пациентам бывают нужны регулярно. Многие участники акции становятся донорами не в первый раз. И в приемном покое даже образовалась небольшая очередь.